они? Идут. В 2001 году вышел в свет шестой сезон сериала «Практика». Первая серия посвящена делу сенатора Эллисона, в доме которого совершено убийство. Прямо в спальне был застрелен мужчина. Супруг приходит домой с дочерью, находит супругу в постели с другим мужчиной, стреляет. Я нажал на курок. За кулисами судебных заседаний жена сенатора признается адвокату, что именно она произвела роковой выстрел. Только в постели была не супруга, а супруг. Стреляла жена. Она застала мужа в постели с любовником. В тот вечер Кит был в постели с Джимом Макнауном. Тем не менее, сенатор берет вину на себя. Я совершил ошибку. Я готов понести наказание. Потому что... Две вещи портят карьеру политика. Быть пойманным с мертвой женщиной или с живым парнем. Господи. Неужели ты считаешь, что быть геем хуже для твоего имиджа, чем быть убийцей? Как быстро летит время. Я еще вернусь. Прошло всего-то 20 с небольшим лет, и 8 июля 2023 года все прогрессивное человечество поздравило латвийский народ с вступлением в должность нового президента. Бывшего госсекретаря Министерства обороны Латвии, бывшего главы президентской канцелярии, бывшего министра иностранных дел и открытого гея Эдгарса Ринкевичса.